Всем доброе утро! Сегодня приглашаю вас приготовить завтрак вместе со мной. У меня будет вкусный сырный хрустящий омлет с овощами. Нам нужно подготовить брокколи. Брокколи нужно поставить в микроволновую печь на 2 минуты. Также нам нужен твердый тертый сыр. У меня здесь смесь сыров, тертая морковь и ветчина. Или можно использовать куриную грудку. Ветчину нарезаем соломкой. 2 яйца я добавляю небольшую щепотку соли. Если у вас сыр очень соленый, то соль можно не добавлять. И добавляем любые специи по вашему вкусу или черный молотый перчик. 2 столовые ложки молока. Сковорода для этого омлета обязательно должна быть с хорошим покрытием и с толстым дном. На сухую сковороду заостряю внимание, что сковорода должна быть сухая. Я высыпаю тертый сыр. И разогреваем сковороду вместе с сыром. Нам нужно, чтобы сыр у нас расплавился. Морковь я высыпаю в омлетную массу и перемешаю. Добавляю сюда омлет. Брокколи. И добавляем сюда ветчину. Пламя конфорки переводим на 2 из 10. Закрываем крышкой и готовим 2-2,5 минуты или до тех пор, пока верхняя часть омлета станет абсолютно готовой и сухой. Омлет наш готов. Мы его сворачиваем пополам. Вот такой получился замечательный хрустящий сырный омлет. И внутри он с овощами. Сверху сырная такая смачная хрустящая корочка. А внутри очень мягкие нежные овощи. Овощи в этот омлет можете добавлять любые. Можно добавить мелко порезанный репчатый лук, свежий помидор, порезанный кубиками, болгарский перец. То есть все овощи, которые вы предпочитаете. Всего доброго и приятного завтрака вам!